в этот закинь. Любого. Бокрус, есть ли только замена? Ну что на замене и так два человека висят. Хозяин тут? Чек. Да, тут он. Тоскушка, сумоним тебя. Я, точнее, кто-нибудь есть тату инстата? Или кто-то в инсте уже? Вот летайте за сумоним лок. Я еще не долетел. Да в сумонем сейчас. Кам. Я думал магик и... Не-не-не, на обычках всегда груль, потом магик. А на герах магик, потом груль. А почему такая разница? Груля, он груль убивается без проблем. На магике проще, больше проблем, чем на груля. Так, давайте, вынь заходим, там за сумон. Бокруса плюс они в гитчат. Не я рейд лидер. Я возьму на замену. Че, на замену? А, я возьму, ассиста есть. Ну смотри, он пришел, когда мы уже убили. Да, да, два инста, за два инста ему начислишь. Угу. На замену. Все. Нету проблем. Сумонимся. Кого на сумон плюс чат, ребят. Сумонимся, уходим, этот, перекурим. Чтобы потом пришли и этот как сразу же начали зачищать им. Что там с выбором разобрались? Да. У него ПР выше был, там видать аддона нет или что. Аддона не получилось. Просто не надо психовать из-за пикселей так. Ну это же девочка, вы имеете тоже в виду. Ну в игре нету девочек и мальчиков. Короче. Не, надо тоже человеком быть. Она. Ну, в игре есть девочки и мальчики, все равно. Они всегда такие капризные. Персонаж мужской. Да не, если женский. А, если пацаны делают женского, к ним тоже надо. Не, не каблук, я против истерик, но тоже мы же в понимание вошли. Так кого сзади там кого допад падает на фоне? А у меня одна. Я не покупаю эти фласки, покупайте сами обычные фласки. Я покупаю, если только сапроту и рыбу. Так, кого еще на сумоне плюс чат? Все, которые с первой по пятой группы, должны быть в инсте. После того уходим на перекур. Тикаем, не слаг. Тём, это у тебя машина сзади ездит, да? Нет. Это у тебя фон идет. Нет, это я слышу сейчас фон. У меня фона нет. Наверное. Это фон у нас. Да, это Олимаш. Да, делает ДБМ, во, отлично. Машка, это жми кнопку.
Да забудьте уже, и все. У меня не нажата кнопка, вы чё? А вот только что было нажато. У меня не нажата кнопка. Ну, у тебя фон был весь слышно. Ну, я отключил микрофон. Курский тут. Ой, что-то все камни не вставишь никакие. Тебе денег нет. Да хоть желтые. Слетай на остров, короче. Ой, не на остров, это. А, как его? Там на 6 стамины камни есть. На 6? Да. Воу. Где у кого? Тралмаре. Тралмар таверны. Шреддер, хозяин, МП5 по этим, дали? Дали. По всем. Косты затыкаем, пожалуйста, продиспаливайте цели. Нормально, мейн спека дайте. Кто это кинул на ролл? Кого? Шлем. Не знаю. Никто не кидал. Ты десятыми только что выбила шлем. С шарками и сокетами. Элемент покинул.
правой стороны написано лутер элемент про. Там даже рыба поставлена. Так, ну, правда, обычная. Да я поставлю. Ставь рыбу, Пэт голодный. Я поставил рыбу. Вот этих двоих правых. Давайте ешьте рыбу. Двоих правых ты не выдержишь. Да. Ну какого-нибудь одного, значит. Двоих левых держи. Двоих левых ты удержишь. А маг кастует, а крест на тебя стаки накапливает. Ну так как крест, крест и черепа не справа от босса. А, левых держи. Метки какие? На печеньку звезду. Так они с... Точно? Печеньку звезду держи, ДКшником. А стоит. Этих кто будет держать? Винар, в чем проблема? Троих. Короля, крест, череп. Потом мы просто встречнемся. Ребят, давайте вот с этой фигней, пожалуйста. Это у вас проверки будет, когда раздавать будет лут рейл. Вам надо его установить и закинуть в папку. У вас будет все выскакивать. Короче, погнали. На готовность сделай. Играем первый по кресту, потом череп. Алиса, слышала? Держишь троих правых. Геру дали. По кресту играем. Рахил и Винар. Жестко. По черепу. Так, вихрь, вы, вихрь, отошли. Вихрь пройдет, бьем череп. Бьем череп. Ясно. Ты в танке? Нет. Давай. Ага. Я в овце. Забери это большого. Хил Войта. Винар прохил. Играем по звезде. Или по печеньке. По печеньке играйте. По печеньке. Сейчас раскрутится опять. Алиса, притяни звезду к сюда. Тяните звезду. Она не тянет. Лагаю. Звезду забери. Пятый класс, что ли? Превращение. Зайчики. Печеньку залили, потом по звезде. Быстрее. Звезду забери, ага. Ждан, мне пол хп с печки сносит. Я в овце, здесь... А, не справится. Залейте ману. Ну ж, гим, всем понятно. Все, иди, Алиса, забирай этого короля. Чтоб меньше входило. Бьем. Отработал, да? Угу. Жалкий клоп, ты поплатишься за свою самоуверенность. Что, в трейершам идем, да? Да, да. Читер. Мосов читер. Почему? А он, по-моему, кошки. Пожалуй, в кошке, у него уклон идет.
А там по коту еще. А, у Е урон снижен. Таланты вроде. Да, так что читер. Есть еще у кого-то гим? Зачем? Да меня, короче, рука ваншотнул. Все уже добили. Да у меня рывок называется. Какой-то да, такой-то, да. Какой-то нас, короче. Да, так, ребятки, молот, да. Что такое майнер апгрейд? Апгрейд шмотки с обычки на хэм, либо... Ну, вас, да. У вас есть мейн спек, офф спек, грид это распылить. Нажимаем. Мейн спек Java. Кожа, что там, мастерство на кота, на мишку. Чисто третий спек. По приколу. Тебе надо еще третий спек вписать. У тебя вроде нет. Ты читаешь паролу, да? Да, да. Ты 4 по роллу. Только 3. А просто ролл кидать? Кидайте. О. Ну, в таблице же там PR. Надо кидать ролл. Ну да, я же тоже так. Но мне на off. Если вару на main, пусть забирает. Ну, сначала киньте на ролл. Ну, я кинул. А чё у меня, кстати, не появились? Так а, потому тебя... что этот, как он, не на тебя. Если не на твой класс, не появляется шмот вообще. А, всё, тогда супер, спасибо. Всё, ворот дал. Трэш. По одной токену на руки. Что-то, если ну, никто да. не знает. А то так можно три раза подряд на сотку выкидывать и забирать. Это нормально. Да, изи. Я так должен был забрать ноги тогда ещё. О, вот так. Можно так ролить? Нет. И сразу ПГП, час. А, этот, да. И ПГП лутмастер нужен. Макс. Читайте сообщение. В чем проблема? Для чего я пишу? Да он знает. Сообщение. Нет, а я нет. понял. Просто ж типа в ЕПГП, если ты нет, нажмешь main spec. А. Main off и распыл для мастера отображается разными цветами. Просто зачем писать вообще тогда сообщение гильдии? Если вы его нафиг не читаете. Чтобы его не читать, но его никто никогда не читает. Ладно, Саня, ты на кого кидаешь щиты? Это уже годами. На Войда. Ну давай я на Алису буду кидать. Прикинь, на Войда. Грубо сделали, знаете как, через календарь. Подали бы этот РТ, типа, с текстом. Это как бы в календаре пишет ведь рейд. Прикольный чувак, да? Нет, написано, по как этому вроде. У тебя написано? А, нет, как вариант. То, что не по аддону, нет. Там написано. Ну, у вас, видите, смотри, вот открываю календарь, уже виклик. РН25. Чтобы прочитать то, что написано по ЕПГП, надо вот кликнуть на него. А если вы написали ЕПГП там, было бы уже понятнее. Сразу видно было бы. Я все равно ничего не понял. Ну, типа он просто календарь открывает, и там только слово «виклик». Чтобы прочитать инфу про ЕПГП, надо еще лишний клик сделать, то есть открыть. Да. Вот оно что. Я на календарь играю, я вообще не кликаю ничего. Я вам больше скажу, что плеча 25 героя убить, надо бегать по платформе. И одновременно дамажить, хилить и танчить. Что вы удивились? По какой платформе? Как вариант же, там можно этот, как его, с календаря еще письма рассылать, да, если не ошибаюсь? Можно в письме им писать. Если отменяется РТ, то мне всегда приходит почта, Войд отменил. Назад отошли, сагрите босса сейчас, отошли назад. Пол рейда там. Ставлю рыбу. А вы прете. Да иди ты нафиг со своей рыбой, я лучше поставлю. Дезинформируют людей.
Я же говорю, простая рыба, вообще бомжатская. Вот бомжатскую сам ешь. Кто хочет царскую, у звезды. Зайдите, чтобы ворота вас не закрыли. Ну, кто-то есть. А чё ты к нам-то подсел, я не пойму. Ну, моя селёдка вообще не садится. Там вон кто-то есть, Макс съел мою рыбу. А, лагаю. О, нормально. Бафа можно, пожалуйста? О, я тут танчил моба, меня что-то убило. Ты сейчас в танке, нет? Нет. Я в ретрике неплохо танчу. Ну давай, запускай вина. Немножко подправил сообщение днём. Веру. Рано. Ну ладно. Веру. А я даун. Ну, красавчик, потому что у большинства людей 30 секунд откат. Получишь еще веру. Веру. Потом дашь еще раз. Кто умирал, получит одну. А вообще веру дают после первого простаки. На турбой засаливал. Набирайте. Рэл сказал, я дал, все, проблемы. Рэл, не я. ГПН. Вот кто не отбежал, да, ребятки? Молодцы, просто вот... Отлично. Два в школе нет. На ИТЮ сальву дайте. Да нормально, не, ну, не надо. Зачем? Надо было просто, чтобы на нем агро было и все. Ну так я второй. И просто так тебя просто этот, как его, на Алиса получала двойной дамаг и все. Ничего было сложного. Че, БР не дает, не? Зачем? Зачем? Зачем нубом БР? Только будете стоять и мешать людям разбегаться нормально. Вот именно. А он промахивается, эта шестеренка. Какой? Вот эта шестеренка, когда ты второй по игру. А, ну у меня картинка просто шестереночка такая. Я сало навешивался. Паша, прыгай, побегай. Тут что, я только один хилю, что ли? В принципе, зачем больше кому-то хилить? Ну, в основном хил нужен здесь, только на этом, на первом боссе. И на магике, только на трэш. Ну, там потолок обваливается. Да, потолок это не проблема. Да не говори ДПС, тапают, они ж верят. Я сказал ТПС. Чё у нас? Тут завал. Да им в завалах, да? Хилов никаких нету в гильдии. Только ланчдан, мастер шам, лучший эпер шаман. Маловато. Где Твинси, где ж этот? Друидиков парочку надо. Я могу ресторан друидика сделать, если вы один. Точнее, у меня есть его один. У меня есть друидик, а там у Роми даже есть друидик. Ничего себе. Да что, притяжка так работает? Какая притяжка? Ты что, притянул? Ну что ты его притянул? Ну у меня она рядом с ЛПшкой. Палец толстый, короче. Дайте гимну. Какой? Моса, залей по мастершаму инер. Когда сомневаешься, какой гимн, читай сразу два. Одновременно. Я, блядь, на Эминем, я не могу так. Надо назвать, да, Эминем, блядь. Представь Эминем, ну. Гимн читай. Гимн Российской, да, Федерации, можешь начинать. Было бы комично, если бы кто-то начал читать такой. Ну что,
Чё там, триня? Какая триня? Чё-то падает вообще полезное с груля? Грул. Да, с грулом триня на РТДшников. А вам там по голове ничего не это не жмёт? Я еще вообще эту треню даже ни в одном РТ не видел. Надо от завала, да, ребятки, выходить? Ну да, ну, не увижу. Зубы, давайте, бисовая триня. Она как подуха. Короче. А, шея это не триня. Бисовая. Мы дальше в РС или в Магике Хера? Магика, обычка. А, блядь, еще ж обычка тоже. Значит, как она называется там? Макс, хозяин, ты пятый под ДПС. Так, мастер и лядка, киньте ролл. Где у меня ролл, бля? Да, шаг, секунду, а, во. Багагэк. Кожа. Не, он, я тебе кинул. Штаны. Этот, кто он? Кукурузник забирал, мастер Шандой, триумф. Это что? Воин? А, это не шамановская. Это воин железный. Ну, короче, мне на лов можно закинуть, только я уже далеко, по-моему. Закинь себе, а потом передашь. Чулан, Мосса на мейн, кидайте ролл. Чулан и Мосса. Да что мне пр? И Чулан. Хорош. Пошли на Магика. Ну отойди. В чем проблема? Че вы мне-то пишете? Потому что ты нас крыша. Вот видишь как, тебе надо ГМ опитковать, походу. Чтобы избавиться от проблем. Всего тебе хорошего. Так, надо мне открывать что-то полёт. Серёг, залетай только сразу в инс, пожалуйста. Пока летим я через терракан. Мне 5 минут надо, я в инсте, Шансунг, я отбежал. Если что, не успею, просто замените, пожалуйста. Я на такси лечу, пока в деревню, потом. Ну давай, попертим. Да у хотя все падут. Остальные должны на маунтах уже прилететь давно. Не жалко 5000 тратить на полеты. За 4500 купи. Да. 4500 не 5. А 4150 не 4500. А где 450? С Тролмаром сделай репу до фула и купи. Шо ж тут так рятрики мало дамажит? Вроде до фула. Вообще должно 4150. Ясно. Кинули. Да мне и 1000 жалко. На прошлой неделе мы уже в это время убили магика. Ну, перекур. Долго. Перекур тоже если был. Так и на идти просто без перекура, после этого перекур делать, все. Да не, перекур там был тоже, просто быстрее убивали. ДПС был лучше, если тут Red, если тут LQ уже на первом месте, значит ДПС уже хуже. Че это вдруг? Гурский никогда не был первым по ДПС. Когда мы ходили в прошлый раз. Ну, всего лишь... Гурский, чё за фигня? Чё он на тебя в этот, извините за выражение, выёбывает? Да его нет, наверное, в 10. Так могу выёбываться пока что. А, во. Ну, паладином тяжко выдать на этом, на груле, потому что сало идет. Да, там сало.
Грёбаная. Ну, нормально. Так, Карелло, ну что, не видно рейда. Саня, мы отвели аспект сейчас. Зачем? Ну, не на трэше, на босс. На боссе, да? На трэше нет. Ну чего, хрен захилите вдвоем? Где бы США? Ты логаешься? Я в соло захилил. Только не трэш. А было такое, было, прикинь, бывало такое. Мне не крылья за пароли. А я забыл, истерить, я кидать, я забываю, мне надо макросы или что-то не говорить в дискорде. Потому нет, что если кидать истерию ретриком, это надо говорить, потому что ты можешь крылья им сбить. Да, здесь и это сбивается, и у варов сбивается, и у ну-ка, этого. У всех сбивается, это у кого есть похожие. Мидвей или вот шейпер кто-то на трэше, помогите, потому что мой ДК сдохнет, скорее всего. Хорошо, сейчас пер. А там на боссе же, что там, Эвинар? Там переспекнитесь, короче. Этих мобов убьете, Эвинар на затанчит. Да я это, на кубе постою. Лядка, кидай щиты на мидвея. Так, на кубы. Три человека на куб плюс. Собираем в кучечку. Я увешу. Еще один человек на куб. Да, просто выбираешь ник, кто тебе не нравится. Он мастер шама берешь и пускаешь на куб. Шам, блядь. Бьюны. Все. Не справился, ГП. Ого. У меня, короче, хилбот на весь экран, я не смогу тыкнуть. Ну, ничего, выбираешь хилбот на левую сторону, тебе не нужны иконки слева. Все. Хронос. Я говорю, на весь экран, у меня нетбук. Хронос на кубе стоял. Чего вы спускаетесь-то? Обратно наверх поднялись? А чего я вас слушаю, бандиорел? Это походу... ГП он может давать. Это походу был Гурский, да? Не? Это кто был? Шейпер, не? Да. Шейпер. Я запомнил. Запомнил, записал. Книжечка своя есть там. Конечно. Еще с каких времен? Записи есть. Не, ну просто похож был голос вроде на твой. Давно не был. Сорян. Не так. Гурский, подай голос. Было бы это какое БГ. Все, маты пошли. Так, ну давай. Позже. Давайте после там этого. Лень мне сейчас делать. Нормально. У меня тринька прокает, даже когда я ничего не делаю, просто хожу. Так, чё, мне спекаться в этого или нет? Трэш, ну как мне? Трэш вот этот убьёте, спекнешь. А, тогда хозяин, бафы всем кулаки. Коня, оф. Чё тебе не нравится аура конского дамагания-то? Я не знаю, мне просто это... А 20% увеличивает дамаг всему рейну. Да. Просто царская. Рыба нужна кому-то? Знаете, рыбку поедите. Значит, я сейчас тут. Это самое, люди с меткой. Добегай.
обратите внимание, Java, Mongial, Chronos, Void, Midway. Метки на вас соответствуют меткам возле кубов, возле которых вы будете стоять и нажимать их по команде. Вот так вот, да? Ну ладно, ладно. Ну там, рядом, но... Я думал, не бежать до босса, мне лень было. Ладно. Да ну, нормально, нормально. Чек. Погоди, погоди, Шунцунг добегает. Добегает, добегает. А чё хилов сейчас получается? Мастер Шам, Лятка и кто? И всё? И Лазидан. Чё? Там хилы не нужны вообще. На трэш и спекнись в хила, ё-моё. Ты чё? Мы сейчас вдвоём сдохнем, тут загнёмся. Да-да-да, на трэш. Я чуть-чуть так хилю сейчас. На трэш и спекнись в хила. Рыба вон стоит, отпеться у тебя будет времени до хренища. Где рыба стоит? На трэше рыба, очень большой здесь... дамаг будет. Вы это, можете как бы сбивать косты вот этого залпа с стрел тиме, и тогда рейд не будет проседать очень быстро. Но я не уверен, что они собьют. Ну, да я цепи сейчас покидаю. А-а-а, вот что я могу. Хорошо, хорошо, хорошо. Если... Ну ладно. Всё нормально. Принимаю. Если что, ГП просто. Если что, миллион ГП мастеровало. Ну, Вася, справятся ГП. Ля-ля-ля, там, нахуй, блядь. Элемент про тут. Сейчас трэш заберут. На пул Рога, Хан. О, как хорошо мы сбиваем. Цепухи пошли. Так, кто на бойсе? Ты. Промах сбил. Не сбил Казу. Я один сбил. Чат. Быстрее, богов убивайте. На тот минута 24. Мосса, поднимай. Турбойса. Спекайтесь там. Метки свои нашли. А, то есть ты хотел, чтобы я еще и подамажил? Злодей. Вот злодей какой. Такой, ну. Бруталус мне босс нравится в самом деле. Это так себе. А там что? А там кайфово, там рейд делится на три части. Бруталус это в каком месте? Сам. Дракошка, который? Ну там или... он как ударной волной, только метеором бьет огнем. И стак стакает, короче. Там 3-4 стака и меняются танки. Это мы быстро сделали трэшем, не кажется? И дамаг делится. По людям, которые перед лицом стоят. Но вот если стаков много настакать, то он убьет как бы. Каску, лапу по там магам. А наша Малкова вообще же в рейде не ходит, да? Ну, чё-то, ну. А, её, типа, в борту повози и всё. В лесу. Так, где там у нас Гурский? Я вам желаю сначала в город прийти. Это что такое там говорит? Здесь. Будете дома. Исаку будете дома. Ну-ка, линканите там таймер. Хорош. Откуда у тебя аддон? Да чё, нормально, я скажу. Так он в Дискорде был. Я тебе скажу. Когда я его просил скинуть? Его, походу, нам общак не скидывают, я так понял. Скидывали, Саня скидывал в аддончике, походу. Так я там не видел. 5 секунд, на общак его не скидывают. Скидывали. Нажали. А вот тебе этот, надо по жопе надавать. Чтоб вообще там он гел разрешил.
А этот тотем вообще пашет или не пашет, блин? Какой? На хил. Готовимся кубы прожимать. Работает. Не знаю, у меня не пашет. Ну, у меня в Анхе на Альянсе пашет. Готовимся. Прожали. Не знаю, он просто не показывает, только меня хилит. И можно он тоже нет. И в хилботе его нет. Что за... Потолок. А, классно, сыпется все. Зайдите в ложу, там ДПС больше. Ты что, скажи миликам в лицо бить, тоже ДПС больше. Он уже кто-то бил, умер. Ехал, бьет спокойно в лицо рядом со мной. Но он не кливает же на телефон. Залейте ману. Мастер Шами. Создал нагу, и теперь я понял. А, значит, готовимся, кубы. Значение слова гад ползучий. Готовимся. Прожали. Только не снова. Мешочек, давай сюда. Так. О-о-о, дракон скверный. Вот дракон скверный, я его хочу. Ха-ха-ха-ха. А ты уже забирал одного, насколько я помню. Я забирал верно. Ну паролем. Так, сумочка, которая 20 слотов. Зефирит. Киньте ролл кто-то, я отдам. Кому сумка на 20 слотов нужна? Кидается. Давай лятки, отдай. Мешок анрол. Мешок, да? Да, в ГБ. В ГБ уходит. Не забудьте начислить, я вышел уже. Чё ты с рейда ливаешь? А что мне там делать? Ну, ливаешь с рейда, не получаешь ЕП. Я твои не знаю. Дожидаться надо. Ну, как скажешь. Просто он не понимает, что нужно искать его ник потом в таблице. Ну сиди без ЕП дальше, я не буду бегать за людьми. Если ты оффаешься, ты можешь оффнуться, оставшись в рейде, и тебе начислят ЕП. Если ты уходишь сейчас. Дракон. Сейчас. Ничего. Мангьял, кидай ролл. Чё, на дракон, что ли? Нет. Я вам дам. Дракон. Где мой дракон? Хорош. Дракон урод. Дракон. Мейн спек. Чё будем? Чё, все мы инспектор? Тогда кидаем ролл просто все сейчас. Так, там подожди, стоп. Все кинули мейн спек, у тебя в таблице отображается и ЕПГП приоритет, просто и ролл. Да, и все. Кто где там? У меня ролл? Ролл. А, да, бам. Я вижу, что у меня ролл там, да, отображается. Масса 96. Тебя сразу у тебя ролл. Есть этот, ступай. Через птица, да? Мосса 8. А Мосса 96. У меня 8 показывает таблицы. 96 он. Это в Адоне, они еще просто покидали ролл что-то. А, то есть оно и так, и так. Давай тогда пожёлтый. Ну, типа. Посмотрим. Да она потом будет туда разобраться, да и все. Он в Адоне. Бошку. Он в Адоне. Бошку не забудь. Автоматически. Сейчас я дам кому-то лутера. Ну давай, Мосса, значит. В Адоне уже не буду тогда смотреть. Только голову у тебя, смотри, у тебя в Адоне есть два приоритета. Первый сразу отображает ЕПГП приор,
и именно ролл, то есть кидается тоже автоматически у людей. Я просто не Чё, думаю. Реально, что ли? Столбик если тебе нужен... О, бро. Так, мастер, бро, тебе надо, да, лутера? Я запомнил это, я запишу. Что нужно? А, мне тоже надо. Роль голову. Всем надо, давай голову кидай на ролл. Я тебе линканул там выше. Потаскушка, ты тут? Что, просто кидать ролл, что ли? Да я начислю. Короче, я сейчас... Тебе не париться. Или сам начислишь? Начислю. Роллим голову. О. Я тогда по тоскушке пока начислю. Угу. Что, больше кому не нужно? Так, сейчас смотрим. Где ты там? Лядка. Так. Как его?